полезная, вкусная. Но готовится очень много салатов, гарниров, ее даже в супы добавляют. Сегодня я вам расскажу, как сварить эту курпу. Готовим киноа. Все об этом расскажу. Привет, друзья мои! Сегодня с вами готовим киноа. Что такое киноа? Все об этом говорят, но что же это за крупа такая, суперфуд, полезная, вкусная или нет? Сегодня я вам все об этом расскажу. Киноа очень полезная крупа, в ней очень много белков, аминокислот, и она может даже поспорить с некоторыми видами мяса. Я в магазине приобрела киноа белое, есть киноа красное, и смотря на упаковки, сколько же здесь белков, оказывается, я не знала, но купив две упаковки, я сравнила, в белой киноа оказывается 16,5 единиц белка на 100 грамм продукта, а в красной всего лишь 13,3. Готовим белую. В белой больше белка. Итак, сегодня я вам расскажу, как сварить эту крупу и какие салаты можно из нее приготовить. И готовить будем сегодня два салата. Два разных вкуса. Готовятся они очень быстро, получается очень вкусно и к тому же очень даже полезно. Для этих салатов нам понадобится зелень, у меня кинза, мята, зеленый лук, петрушка, красный лук, лимон, маленькие помидорки черри, огурец, перец, орешки кешью и сушеная клюква. Приготовим мы сегодня белое киноа, но из этих всех ингредиентов у нас получится два салата. Для начала нужно сварить киноа. Варить будем белое киноа. Нам понадобится 1 стакан сухого продукта. Киноа нужно очень хорошо промыть, несколько раз поменять воду, промыть и поставить варить. Вариться она будет 15 минут. А за это время мы с вами подготовим все остальные ингредиенты. Если основной продукт варится 15 минут, а в это время можно нарезать и подготовить все остальные ингредиенты, то я считаю, что это очень быстрый рецепт. А вы как думаете? Пишите в комментариях ваше мнение. И, кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Ну а мы идем варить наше киноа. Включаем газ, наливаем в кастрюлю воды. Запомните, как выглядит ваше киноа, когда оно сырое. Видите, маленькие зернышки закрытые. И я вам покажу, как она будет выглядеть, когда сварится. Пересыпаем наше киноа в кастрюлю с водой. Варить киноа можно различными способами. Можно приготовить ее как рис, то есть на стакан киноа 2 стакана воды и ждать, пока закипит и выкипит вся вода. А можно варить как макароны. Тогда точно не прогадаешь ни с количеством воды, ни с приготовлением этого продукта. И я готовлю так. Побольше воды, гораздо больше, чем 2 стакана. Она закипит, ставим большой огонь и варим 15 минут. Потом эту воду сливаем, промываем холодной водой и все, наше киноа готово. Воду, конечно, нужно подсолить. Вот берем чайную ложку соли. Размешали, крышку закрыли, закипит и варим 15 минут. Пока варится наше киноа, мы с вами подготовим все остальные ингредиенты.
Посмотрите, наше киноа готово. Видите, все зернышки, все раскрылись. Самое главное, вы видите, что киноа увеличилось в размере. Все зернышки раскрылись, наше киноа готово. Сейчас я это все солью в дуршлаг и промою холодной водой. Киноа готово, я его промыла холодной водой. Холодная вода сразу останавливает процесс варки. Как следует дала стечь, вот оно почти сухое. Каждое зернышко, вот если вы видите, каждое зернышко отдельно. Нам не нужно, чтобы была каша, а нужно, чтобы именно вот оно было отдельно. И готовим два салата. Два. Отставляем киноа. Берем две больших салатницы. Основа для двух салатов одинаковая. Берем киноа. Распределяем половина на половину. Половина сюда. Половина сюда. Зелень. Петрушка. Порезанная мелко. Половина. Сюда, половина, сюда. Кинза, порезанная тоже мелко. Половина, сюда, половина, сюда. Мята, тоже половина, сюда, половина, сюда. Лучок, опять половина на половину, половина в этот салат. И зеленый лук, и фиолетовый. Если нет фиолетового лука, порежьте обычный белый репчатый. Вот это основа для салатов. Перемешиваем тщательно. И тут тоже перемешиваем тщательно. В один салат мы добавляем все нарезанные овощи. Помидор, огурец, перчик, все нарезанное мелко, помидорки черри. Если нет помидорок черри, порежьте обычный помидор. А вот в этот салат сладкая клюква и орешки кешью. Их нужно не порезать, а подавить вот прям большим ножом. Вот так вот. Я просто их раздавлю. Досточка у меня маленькая, прям микрушная. Какая же заправка для этих двух салатов? Ну, естественно, оливковое масло. По 3 столовые ложечки, вот так, на каждый салат. Свежевыжатый сок лимона. Выдавливаем сок лимона, не жалеем. Попадаются косточки, не... Косточки нам не нужны. Ну и сюда, конечно. О, сколько косточек. Ой-ой-ой. И традиционно соль. И перец. Тщательно перемешиваем. Очень ароматные, вкусные салаты получаются. Ну а теперь перекладываем наши салаты в салатницу. Наши салаты из киноа готовы. Получилось вкусно, быстро и очень полезно. Подписывайтесь на мой канал и готовьте вместе со мной. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем счастливо, всем пока. Bye!